там можно без подсветки. А? Ну вот велосипед вообще вот так вот показывает, потому что тут залив как бы. Может нам быть и так вот. Потому что вот, типа, грубо говоря, вот это все, это автодорога. Дальше уже будут велодорожки туда, через большую часть озера, это уже будет вело. А это именно вот то, что сейчас нарисовано, это преимущественно авто 12 км. Можно походу тут срезать как бы. Но вот и там еще местами срезать. Нужно смотреть качество. Где там смотреть были. Ну, я предлагаю там заплатить. Thank you.
Thank you.